Так, добрейшего утром всем. Я решил побриться. Сейчас буду выезжать. Уже у нас 6 утра, пока темно еще, но надо работать. Всем хорошего понедельника. Итак, уже рассвело. Мы едем. Осталось нам тут 80 километров до выгрузки. Погодка сегодня нормальная. Можно работать. Поехали на выгрузку. Встать, как обычно, негде. А, ну тут открытый шлагбаум в две стороны. Ну, значит, заедем на какой-то. Под рампу выгружаемся. Пойду посмотрю, сколько там еще осталось. Доска вон лежит с перчатками. Заглянем в склад. Вот сам склад. Ага, пустые палеты. Сейчас он мне возит. Все, будем сейчас ехать менять еще и палеты. Как-то так. Сказать, вот они любят так кольца прикрашать всякой ерундой, если честно. Как-то так. Долго музыка звучала, начались пробки, и это, как всегда, Германия. Тут всегда такое, пробки на пробках, нормальное явление. Поехали мы сдать эти палеты на Дакстер. Где-то вот лицо, вот, ага, вот она. Вот она. Решен такой. Ты тут никому не нужен с этими палетами. Они тут все нервничают. У них вон куча загрузок. И тут ты со своими палетами. Короче, он мне сказал 57-58 рампа и не знает, когда выгрузит. Эти палеты вечная геморрой. Далее. Пошел, я его нашел. Говорю, давай выгрузи палеты. Че, сейчас стою так-то уже полчаса. Немного помучились. Контейнеровался вот эти стоят. Здесь очень мало места. А здесь прицеп стоял, когда я начинал вставать, но он утянул его, как закон подлости, он существует. Ехали на эту загрузку метро, вон стоим, ждем регистрации. Такой дурдом на этих метро, по полчаса стоишь на регистрации, вон это само метро, тупоголовое. Потом только тебя запускают. Ехали под рампу, вот, и будем сейчас протягивать трос, ребята. Трос надо полностью скинуть, чтобы за раз его протянуть. И протягиваем трос и грузимся. Грузились. Едем сейчас, опломбируемся и выезжаем с этой организации. Итак, запломбировались, трос. Вон, видите, это метро. Выезжаю с него. Все отлично. Все, пломбочка, вот она висит. Хорошо, все мощно. Вот, все отлично. Все, трос на месте. Выскакиваем. И вот так вот оно уже потемнело. Мы все работаем. Одно мудило вон едет. И тянет караван. Такой караван, что сзади он, смотрите. Он, я ему уже не знаю, ему уже поморгал, ему что я только не делал. Он все равно так едет. Капец просто. Так, залетел я в такую вот промзонку, ребята. Видите, все как бы, ну, ничего, так вроде как нормально. Попытаемся здесь простоять до утра и будем ехать дальше. Спокойной ночи всем. Всем доброго утра. Идем осматриваем Коника. Баки в порядке. Бомба. У нас минус 2. Вон видно по просепу ини. И главное, пломба. Трос целый. Натянутый. Пломба целая. Все, колеса целые. Все. Ну и что, начинаем наше движение, ребята. Все, всем хорошего дня. Начинаешь работу в темноту и заканчиваешь тоже в темень. Вот такие вот покатушки. Итак, доехали. Вот тут указатель метро. Вот он. Это вот этот метро. Что-то я не могу понять, где тут у меня выгрузка в супермаркете в этом. Короче, коня оставил там, пришел сюда, на это метро. Как обычно, тут дурдом. В бюро никого нету. Ожидаю. Только компьютера включены и все. Капец. Ну ладно, ждем. Под рампу. Вот под пандус. Ждем, когда он придет, пломбу смотреть будет. Пока мне самому срывать нежелательно. Чтобы он увидел пломбу и сам потрогал ее, потому что будут нюансы. Вот такие вот песни. Рецепчик. Заехали, как всегда, ювелирненько.
Я подъезжаю вот так, чтобы не порвать подушки, ничего. И лестница тут уматовая у них. Залазить надо так. Весь груз доехал четко, ребята. Видите, все на месте. И даже дальше. Снимаем доски и будем ожидать выгрузки. Итак, едем на загрузку, выскочили. Проходим мост. На Дрезден идем. В Дрездене у меня загрузка. На Францию едем грузиться. Проезжаем вот так вот, ребята. А вот там вот вон еще машины стоят. Видите, вон под самым-самым хвостичком. А вот здесь машинка. Вот так узенько-узенько. Это Германия. Вон, видите, смотрите, вон проходим прям под машинками. Повернуть нельзя, чтобы хвостичком никого не задеть. И здесь тоже не выйдет. Вот, ребята, заезд задом с улицы. Печальный будет. Вон фура стоит, видите, как здесь заезжать. И вот тут развернуться на фирме нет, и туда надо под рампу стать. Капец. Мучиться, ребята. Мне надо вот туда заехать, вот, видите. На следующем повороте. Как здесь мучились вот до меня, теперь я начинаю мучиться. Вот как-то так. Вот. Пытаемся дальше затолкать его. Прицепчик вон. С той стороны вообще ничего не видно. И вот так на аварийке идем. Вон, видишь, что там творится, вон люди вот так стоят. Какой вот бред. Просто бред. Не загрузка. Итак, загрузились. Выскакиваем на Францию. С Дрездена, город Дрезден был. Все, поехали. Вот так я заскочил в промзону. Заканчивалось время. Вот таких умных тут целая вон куча стоит. И сзади меня вон стоит машина. И вот так вот. И вот вся улица. Это вот Германия называется. Стал я возле какой-то фирмы, не знаю. До утра ли простою. И спокойной ночи всем. Доброе-доброе утро. Почистили зубы. Отстояли здесь, кстати. Нормально. Видите, уже все уехали. Никто не тронули меня. Не выгнали. 5 утра. Поехали. Там знак. Мост не проходишь. Здесь, вон, видите, супермаркет. Пустили они. Фуры, едем здесь, ломаемся. Но главное по табличке вот это ехать. У6. Видите, в Германии вот такие указания, на какой тебе надо магистраль выехать потом. Оно там изначально знак висит такой там. И говорится там объезд У5, У1. И поэтому У1, У5, У6 ездишь. Ну вот мы через город немножко еду, потому что так здесь автобан закрыт, и они пустили нас. Вот этот автобан, его делают, мы под ним вот проезжаем вот в этом городочке. Сейчас будем выскакивать. Опять на него объехали. Вон люди уже кофе пьют, на работы собираются. Итак, начинает уже расцветать. Уже так, что-то сегодня как-то спать хотелось. Ну, уже светлеет уже. Голова уже не мотыляется. Итак, заходим в Люксембург. Все, теперь идем по люксу. Ни границы, ничего, только мост печально. Высокие, видите, они сделали. Подтягиваюсь к заправке. Сейчас будем заправляться там. Ну, потому что в Люксембурге все заправляются. Соляра дешевая. До полного. На Рауху будем сейчас заправляться. Искал кассу. Кассу не нашел. Придется идти на кассу саму, в кабинку. Потому что вообще были... Раньше здесь, а теперь нету, нужно идти на кассу туда вот говорить. Сейчас так все ходят, заправляют. Итак, покажу, почем в люксе солярка в Люксембурге. Видите? Все, заправляем топливо, вон оно льется, желтое, как я не знаю что. Надо два раза, короче, ходить теперь сюда, туда-сюда, карточку отдавать, банкомата нету, сменили теперь. Будешь туда бегать, обратно, от блю три раза мне надо будет. Капец. Так, ехали мы во Францию, едем по Франции. И впереди у нас едет Гиртека. Вы как знаете, Гиртека любит ехать далеко. Тянемся, 82 за ним, уже устали. Как-то так. Обгон запрещен. Заехали во Францию. Едем. Впереди нас едет Гиртека. Он даже две легковых он собрал. А как говорится, Гиртека любит ехать далеко. Вот церковь такая красивая.
Поэтому мы просто тянемся за ним уже. Переезжаем какой-то брод. Не знаю, речушку какую-то. А, там корабль даже выходит. А там вон поезда ходят. Самые хорошие поезда французские, да? Поехали. Так, подъезжаем к выгрузке. Успели мы за сегодня сделать. Проехали ровно на 10 часов. Красиво такие эти сделаны. И вот моя выгрузка. Отлично. И есть место. Я переживал, чтобы было место только. Потому что с местами было напряжно по карте. Отлично. Все. Встаем. За сегодня мы сделали 807 километров, ребята. Будем отдыхать. Нахожусь в такой комнате для водителей, ребят. Вот, видите, что сделано для водителей. Только пульт, конечно, захован в такую колбу. Как-то так. Алло. Душ, туалет, все вот есть. Вот туалет, душ. Душевые три кабинки. Вот видите. Вот я пришел, буду купаться. Это я на выгрузке нахожусь. Вот что тут дальше. Вот есть кухня еще, холодильник. Видите. Микроволновочка сидела. Комната ожидания. Все, купаемся, идем отдыхать. Значение того, что здесь имеется для водителя. Это пушка. И вот это здание здоровое. И паркинг специальный есть. Доброе утро. Мы пошли зарегистрировались. Дали мне мобилу крутую. Алло, алло. Выгрузка, выгрузка. Пронто, пронто, французы. Ну, без камеры, главное, поняли? Какое-то неуважение к Димчику. Хорошего дня всем. Заезжаем на выгрузку. Что я не могу понять, как здесь и куда здесь ехать, конечно. Он сказал 32 рампа написал. Ну, едем, едем. Бак вижу первый раз. Бак специальный, чтобы вода там у них. Это пожарный водоем. Вот их два штуки, полные воды. Угу. Чтоб тушить это, если что. Чтоб вода не замерзала, я так понял. Вот это бачочек. Встал я под рампу с первого раза, ребята. Ювелирная работа. Посмотрим, что там. Ага, все, все четенько, все вон. Как по маслу. Сейчас он снимет, все, и будет выгружать. Вылазим. Огонь. Французы. Французы выгружают по два палета сразу. Это не немцы вам. Они не будут долго церемониться. Видал? Одним вузыком он берет два палета. Учитесь с ним вчера. По два палета. Вот так он выгрузил за 5 минут мне машину. Пол машины мне было. Ремешки сложил. И будем ехать на загруженцию. Выезжаю с фирмы этой. Вот этот паркинг. И едем на загрузку. На паркинг уже так заезжать нельзя. Здесь выезд. Вот. Видите, какие камни мощные, чтобы ты разбил что-то себе. Во Франции так любят. Поехали на загрузочку. Подъезжаем к загрузке. Что-то не могу понять, где она здесь. Ага, вот это. А где тут въезд? Ага. Башня какая-то. Вот здесь въезд. Итак, план вот нарисован, куда мне ехать. Где-то, ага, вон ресепшн написано сейчас. Это сказали, он мне подождал, пока обед у них пробыл. И будем сейчас заезжать. Видите, вот эти вот штуки, он сказал мне сразу, поднимай прицеп, потому что все вон бампером, видите, как счесывают. Капец. Сейчас будем заезжать. Первая машина. И вон конек стоит в стволе уже. Итак, иду глянуть, как я стал. О, бамперком не чуханулся. Не чуханулись. Зачетно стал. Зачетно стал. Все, сейчас будем грузиться ювелирно. Ось, видите, поднятая теперь будет. Передняя от земли. Ребята, взял перчатки. Взял пломбу. Сейчас будем пломбировать прицеп. Загрузили мы печенье. На этой фирме. Так, залезем, посмотрим, сколько у нас палет здесь. Как оно там выглядит все это. И будем выезжать. Все, пломбируем.
Опломбировали трос. Как есть, вот так. Пойдет. Все, пломба вон стоит, мощно, не обрывается. Будем выезжать. Делились мы на этой фирме печеньем во Франции и едем на Бельгию. Где ночевать буду, не знаю, даже представления не имею. Под пломбой иду, опасаюсь, конечно. Такая брамка здоровая во Франции. Это на Париж идет дорога. У меня впереди еще Париж, который я буду пересекать, я не знаю сколько, там, наверное, часа два, там все красное. Полностью красное, там пробки на пробках. Ну, как-то так, что ты сделаешь. Сильно долго, вот я хочу показать, что это не Италия. Здесь сильно долго. О, не, открылось. А вообще всегда надо стать, чтобы открылся шлагбаум. О, полиция вон стоит, курит. Еще и меня француз какой-то втягивает на дафе. Красавчик. Едем по грязному этому Парижу, по мусорке этой. Кругом грязь, вон видите, такое. И пробки. Уже второй час пытаюсь пробраться, никак не могу. Так, пытаемся помаленьку уже выехать с него, с этого Парижа. Я уже за два часа очень от него устал. От этих покатушек. Еще и начало что-то моросить. Ох, ямки еще тут такие хорошие. Самое печальное вот в этих всех пробках, ребята, что залазят они. Вот, я уже, блядь, в своей жизни три машины переехал, так, ну, зацепил. Вон, под мертвую зону, его не видно. Вот только что две залезло уже под мертвую мне зону. Я торможу, сигналю, и наклейка, что же висит для дебилов, вас, дураков, что нельзя подлазить под мертвую. Один фиг, они лезут, и все. Вон, он сидит, вот он сидит у меня под зеркалом, а его не видно, смотрите. Вон он, то слез только что. Идиот. Итак, ребята, я 2,5 часа я брал Париж. Вот, я выехал с Парижа уже почти. Вот. Выезжаем, правда, еще не выехали, но выезжаем. Пробки сумасшедшие. Просто-напросто. И ямы тоже. Так, ребята, стал я на границу. Вон, видите, тут даже Бельгии и Франции открыты двери, все, я с пломбой. Хер его знает, как я здесь достаю до утра. Будем смотреть, что будет тут до утра. Спокойной всем ночи. Люди двери пооткрывали. Вон в прицепах Одимчик ремнями стянул двери свои входные. И буду ложиться спать. Все, всем спокойной ночи. Такой вот сон. Доброе утро. Обошли коня, просмотрели, вроде все четко. Стояла на границе Бельгии и Франции, там где воруют по полному программе абсолютно. Но простояли мы удачно, спасибо Всевышнему. И будем сейчас выезжать, плюс у меня печенье загружено. Все, будем сейчас работать. О, заезжаем в Бельгию с Франции. Никаких переходов вам. И еще, погнали. Страну вторую, где обворовываются. Просыпается уже погода сегодня, конечно, такая. Снежок пролетает, такой, непонятки какие-то. Подъезжаем к выгрузке. Приехал я на выгрузку. Правда, еще видите, какая темень. Идем регистрироваться. В бюро зарегистрировались. Автоматические двери у них, видите, чик здесь все. Сейчас я хочу взять кофе себе. И вот вторая автоматическая дверь. Оп, все на автоматах. Оп, видите, чик, закрылась. Возьмем макачино себе. Чик, попьем кофе и едем выгружаться. Взяли мы кофеечка. Сейчас допиваем кофе, уже пришли в машину. Мои доки. И едем выгружаться. Всем по кофеечку с утра. По 50 грамм допинга. Блин, так медленно ворота открываются. Капец полный. Да, давай. Вот специально этот, где я говорил только что, ладен опладен. Понесли. Встаем под рампу. Надо найти кого-то гуся, чтобы посмотрел бомбу. Они говорят, срывай, короче, блин. И типа, хер по нем. Кто-то придет, ну, и будет выгружать. Ну как это так? Пломба, коллега. Пломбу смотреть будешь? Пломба. Окей? Срывать?
Окей, все, какой-то хер вышел, сказал мне срывать пломбу. Все, я ее срываю. Вот пломба. Видите, она вся в ажуре. Натягиваю и срываю. Все, пломба сорвата. Пересеклись от Херсона. Так, беседуем, блядь, на выгрузке. Как-то так. Дали мне загрузочку. Сейчас будем выезжать, уже, видите, посветлело. Поедем сейчас грузиться на Чехию. Что в этот раз Чехия выпала. Поехали. Проходим под речкой. Туннельчик такой, видите, симпатичный. Он под речечкой, видите, Бельгия. Еду, бельгийцы так летят, как сумасшедшие, вон, пофигу им знаки все. Дальше знак запрещено грузовому. Здесь вот у меня загруженция будет. Ага, ой-ой-ой, здесь, блин, регистрация, учеба, вон, все дела, вон. Вон, чудачка подсказывает, что делать. И вот парковище. Сейчас на парковочку станем. Будем думать, что нам делать. Идем регистрироваться. Вон, видите, автомат. Все, сейчас регистрируйся и будем заезжать. Так, такие отбойники здесь серьезные. Вот, двигаемся по заводу, как обычно. Дорога в Бельгии печальная, вон, видите. Тоже нормально. Когда Димон невнимательный, лошара. Карту не посмотрел, как надо ехать. Вот она дана была. Поехал и по заводу теперь катаюсь. Могу за это та-та мне сделать, за то, что ездил туда-сюда, как недоразвитый. А я не глянул, куда мне надо было сразу. Теперь выезжаю, куда надо сразу мне. А мне надо было, ребята. Вот здесь я, рампа 13, вон она. Здесь, конечно, печаль печалью погоняет. И как узко здесь все в Бельгии, вон. И рампа мне попалась, 13-я. Поставили подкатик под колесо, чтоб было, потому что они грузят так. Идем, зайдем, поинтересуемся на рампе. Рампа 13. Вот, ребята, загрузились. А оказывается, 5 палет на 1000 километров буду вести. Вот этой бумаги, представляете? Капец. А дальше пустой процеп. Вот так я и простоял 2 часа. Еще и заставляет по тому, что пломбировать, ребята. Это вообще жесть. Пломбируемся и выезжаем. Пломбировали. Вон, смотрите, все в порядке. Дергаем трос, вон все. От фонаря, от балды, если честно, его взял, потому что, ну, бесполезняк. Зачем она вообще надо, если у меня... А вот я написал Николаев Йоа, чтобы знали. Выскакиваем. В последнее время меня навигация заводит. Заехали опять в центр. Бельгию особо не любитель, но в Бельгии адекватно немножко. Здесь фуры ездят. Но везде адекватность приходит не в адекватность. И меня там песочат. А как я могу повернуть? Я тут не вмещаюсь, чтобы повернуть, ребята. Вот и все. И вон туда мне надо, под те мосты вон. Какие-то вон. Что ты сделаешь? Вон тут какие-то еще зоопарки. Маму, здесь. Видите, какая церковь. Дождик идет. Бельгия. Вот этот мост. Вот видите, какой он симпатичный. И голуби летают. А, они здесь какой-то автобан, магистраль строят. Так, попер, попер, Димон, хорош стоять, лясы точить. Итак, заехали в Нидерланды, Голландию. Тут ее, правда, ехать 40 километров. И сейчас через 40 километров будет Германия. Прямая дорога на Кёльн. По 76-му уходим. Дождики. Германия за чистый воздух, ребята. Вон, смотрите, завод работает в полный рост. Чтоб вы не говорили. Да. Здесь то же самое, как и везде. Везде одинаковый бардак. Вон, гляньте. Четко сейчас снимаю вам. Видно, что там, как там парит все нахер. Стал за вами тянуться, пацаны. Метет снежочек такой, прометает. Мы уже остановились, отдыхать.
все, всем спокойной ночи, ребятки. Ну, попадем, глянем, что там делается на улице с колесами. И будем ложиться. Это утречко придобрешное. Мы выезжаем. У нас вот такой снежочек вон идет. Всем хорошего дня. Помаленьку поехали. Помаленьку, ребятки. Так, заезжаем в республику Чехии. Сейчас где-то здесь должен быть паркинг, чтобы купить бокс за оплаты дорог. Ехали мы в Чехию. Где-то здесь паркинг, и купить мне надо бокс. Ага. Сюда нет. То следующий. Ну вот здесь он продается. Ага. Вот. Я здесь просто этим переходом, ребята, не ездил и как бы не знаю. Но я так понял, что в том здании он продается. Или на заправке сейчас спросим. Покупаю сертификат. Здесь вот на заправке он сертификат и документы даю. Сейчас беру бокс и буду выезжать здесь. Взяли мы бокс. Вот кто бы знал, что на таком переходе он можно купить бокс на заправке. Сейчас его вон клеим и выезжаем. Этот бокс, смотрите, чтобы надо, чтобы всегда здесь горело вот 2-3 циферки. Чтобы кто не знает, чтобы знал нас в следующий раз. И еврик, ну, и батарея, все. 2-3 это обозначает 2, ну, 5 осей. 2 оси и 3, 5 осей. Все, ребята, выезжаем, вот видите, с этого заправки. Здесь такой переход маленький. Ну, что кто-то будет ехать, чтобы знал, вот он. И здесь на заправке прямо, на вот этой вот, покупаешь ты себе этот бокс. Все, вот эта заправочка F1. Видно? F1, здесь продается бокс. Дальше уже все, нету где его купить. Это переход здесь такой. Слабенький. Собираемся по центру в Чехии. Что? Я уже выезжаю, бо там пару проулков было. Это я уже показываю конец города. Не снимал. Ну, не до телефона было. Как бы. Видите, какие дома. Сейчас мы выезжаем с городишки с этого. Хорошо, хоть сегодня суббота и мало людей. Я Чехию особо не люблю. Очень узкая страна. Очень такая печальная, можно сказать. Для фур. Так, вот, заъехали. Вот там в Чехии тоже, как в Германии. А дальше дорога закрытая. Поедем, значит, вправо. Ох, ямки здесь такие. Капец. Ох-ох-ох-ох. Вообще сужение конкретное. Проезжаю как будто бы по своему селу. Все развалено тоже такая. Дорога не сильно веселая. И все узко-узко. Провода над башкой. Тоже печально. Куда оно мне выводит? Что-то я подзаехал, ребята, крепко. Ветки, чтобы не поломать прицеп. И провода вот эти низкие, надо очень внимательно. Давай, давай, давай. Вот встречечка. Ох, нырнули. О, уточки вон. Озеро такое красивое, молодцы. Так, 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 сейчас. Спасибо, брат. Подарил я его, что... Ох ты что, вот это мы заехали, ребята. Да, конечно. Что машина, что я в шоке. А потом дальше еще печальнее будет. Вот это мы подзаехали. Главное, чтобы дальше дорога еще не закончилась, а то будет вообще пиздец. 9 тонн мостик. У нас почти 9. Встречка, если здесь появится, ну, это просто нереально. Ну, я не знаю, как мы будем расходиться, если фура будет. Но я думаю, что такой придурок, как я, такими петями не ездит. Это мне заставляет так ездить наша экспедиция. Ох ты шо. Ну, я как бы вижу нормально. О, тут даже мост, пацаны, прикиньте. Там 3,5, а здесь 32 тонны. Можно даже медленно проехать. Так, встречечки нету. Вылетаем.
Так. Ага. Туда вот. Фуры туда указывает. Надо по указателям. Капец, заехал я. Ну вот, ребята, такой же, как же и у нас. Вот видите, нету ни швагбауна. А здесь поезд ездит так, что разлетается фура только так. Нема железного, нема. А пролететь по-быренькому. Все, поехали дальше. Этими полями. О, это наша стихия. Наша тема — это поля. Города — это не моя тема. А поля — это нормально. Я как бывший зерновозник. Мне насрать. Я на полями буду тут ездить вам днями и ночами. Ориентируясь вообще просто пушка в поле. О, ну это вообще печаль. Нашел он где стать. Жестяк. Но я просто не проеду здесь. И он выдает доски. Это полный фуз. Я не пройду просто, блядь. Я просто тут еду и здрагую. По вот тут этими проводами. Это просто жестяк. Вот куда они меня заперли в этот раз. Хай пройдет. Вот, вот видите, как уважают здесь немножко фуры. Вот он раз, он летел, увидел, что я в таких вот дебрях петляю. И как бы он дал мне выехать по-человечески. У нас бы это объехал, еще бы умничалось. Я и так, мне тяжело, он понимает, что я заехал в такие петли, что не пожелаешь и врагу выбираться тут. Как будто бы по Украине еду. Ни дороги, ничего нету. Затягиваемся в какой-то городок. Мне надо его проехать полностью. Ни объездной никакой не было, я еще просматривал, нету. Вон тот завод, куда мне надо, вон у нас там. Там паркинг должен быть. Как-то так. Так, проезжаем этот городок. Хорошо, что сегодня суббота. И сегодня мало машин. Мы пробираемся. Ну, по знаке не попал нигде, нормально, как бы я могу сказать. Я тут прохожу. Еще дальше, конечно, что будет, не знаю. Пока мы еще едем по городу. Так, почти уже. Сейчас выберемся с этого городочка. Магазики открыты. Наших, конечно, ты что? Целая куча. Идет, а у меня ж Димон написано. Махают один, второй. Думаю, я... Ну да, что ж вы сделали? Разогнали всю молодежь, все здесь. Не знаю, по указателю было, что паркинг здесь. Этого завода. Я уже, конечно, и устал. Уже 3 часа дня. Уже немного... И магазин рядом. Вот, тир-паркинг. Наверное, он платный. Ну, что ты сделаешь? Значит, шефу не повезло. Сейчас мы заедем на этот паркинг. Но здесь есть душ, вон я вижу. Все. Не, это заводской паркинг. Ребята, заводской. Придет, скажет, уеду. Пошли нахер. Сейчас где-то парканемся. Мои приключения немножко закончились. Стал я вот, видите. Паркинг, это паркинг класс. Здесь туалет, душ, все есть. Это паркинг этой фирмы, которая нас будет загружать. Загружать меня будет, загружать, не знаю, что будет еще дальше. Все, хорошего, всем выходного. У меня он один завтра и все. У меня короткая пауза. Навсегда.